Здесь-то вот речка есть. И на речку Ельцовку смотрит один известный человек. Вот. Потому что, наверное, изучает то место, где имя Марии Лондон будут в ближайший месяц рассматривать, все искать и изучать особенно подробно. Маша, привет. Можно я буду называть тебя Маша? Можно. Но... Причем давно тебе можно назвать меня Машей. Да. Маша, привет. Вот на что ты здесь смотришь? Почему ты здесь стоишь сегодня? Почему я здесь стою сегодня? Потому что надо разглядеть как минимум внимательно все-таки эту речку, да, из-за которой столько баталий, из-за которой такая война вообще идет, и которая является самой большой проблемой. А расскажи немножко о себе. Как тебя звали при рождении? Помнишь, как тебя пишут в Википедии? При рождении имя было вот таким. При рождении я была Марией Эдуардовной Левиной. Левиной? Да, Левина, конечно. Моя девичья фамилия Левина. Папина фамилия? Папина. Как папа? Как здоровье? Получше. Сейчас получше. У нас были весной. И в июне тяжелые времена. Здравствуйте, можно вас на минутку? Можете подойти? Извини, пожалуйста. Так, тут такой жанр, понимаете, надо ориентироваться на зрителей тоже. Иногда буду прерываться. Я прошу извинить. Вы знаете, кто такая Мария Лондон? Нет, извините, не знаю. Вы не знаете, кто такая Мария Лондон? А вы откуда? Я здесь живу, но я из Армении. Вы из Армении? А почему вы помахали? Потому что я вашей онлайн-программы все время смотрю. Вот, слушайте, какая еще... Слушайте, это счастье! Мария Лондон не знает, а меня знают. Это что-то совершенно небывалое. А вы давно в Новосибирске живете? Да, уже 20 лет. 20 лет? Угу. Так, ну, наверное, вот это вот видишь? Вот Мария Лондон. Здрасте. Как вы думаете, чем должен заниматься депутат? Как чем? Все вопросы решать. Какие, например? Вот что, какой самый острый вопрос здесь у вас? Вы здесь живете? Да, здесь живу. Вот что вас беспокоит? Мне беспокоит, что очень мало школ в Новосибирске, что школы все переполнены. Вот так? Да. Понятно, это спасибо. Вот считать, что это наказ, оказывается... Да, будем считать. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Слушай, для меня такая лесть. Я теперь буду гордиться. Не только знакомством с тобой. Ну вот... А теперь ты Мария Лондон. Да, да. Подожди, ты выросла, ну вот коротко, давай, все знают Марию Лондон, но не все знают про Машу Левину. В Академгородке это какая школа? 130-я. Ну как же иначе? Да, 130-я. А кто папа? Папа чем занимался? Папа педагог, музыкант. Он в Новосибирске собрал детский симфонический оркестр, который уже больше двух десятков лет. Слушай. И сейчас он существует, этот оркестр? Он существует, уже практически автономно, потому что ребят просто собираются сами, репетируют. Иногда папа, когда нормально себя чувствует, в общем, они его тоже забирают, играют вместе с ним. А у папы какой инструмент основной? Основной духовые. Кларнет, флейта, саксофон. Ну, это как бы он преподает, и кроме того... А ты училась в музыкальной школе? Ну, а как же. По какому классу? Фортепиано и флейта. Сейчас можешь сесть вот сыграть что-нибудь? Ну, конечно. Бывает, что прям хочется, например, бывает, звуки извлекать? Бывает, да. У меня уже давно нет фортепиано дома, но периодически я прям думаю, что, конечно, надо. А с какой музыкой ты отдыхаешь? Ты знаешь, на самом деле, вот это, наверное, будет банально звучать совсем, да, но Вивальди на первом месте, Моцарт на втором. Можно я немного? Ты же вот привык, когда оператор начинает командовать, да? Да, конечно. Вот немножко довернись, да. Потому что вот люди должны видеть то, что они не видят по телевизору. Ты очень близко меня показываешь, сейчас. Я покажу. Посмотри, какие чудесные, например, глаза, которые не очень-то видно по телевизору, когда издалека, с хорошим, с правильным светом, показывают Марию Лондон. Здравствуйте. А меня снимите? Здравствуйте, вы здесь живете? Да. Вы знаете, кто такая Мария Лондон? Лондон. Мария Лондон. Нет. Маша, у тебя большие проблемы, оказывается. Тебе надо будет... Здравствуйте, я вас снял, спасибо вам. Спасибо. То есть тебе вопрос узнаваемости надо будет поднимать. Да. Оказывается, телевизионная известность это не 100%. Конечно, нет. Потом, учитывая, какую программу я делала, да... Совсем не все жители Новосибирска ее смотрят, я думаю. Но вообще на улице тебя узнают? Не очень часто, редко. Чаще меня узнают по голосу.
самый. Вот голос, да. Вот по голосу меня узнают чаще. А ты не пробовала петь такой контральто? Да как же ж, конечно, пробовала. И неоднократно. И как? И успехи? Ну почему? Это чем-то закончилось? Да. Или продолжается? Да нет, я записала несколько песен. Во как? Да. Ну, значит, я когда займусь съемкой клипов, мы с тобой будет о чем поговорить. Расскажи, пожалуйста, ну, ты одна была в семье или как? Одна, к сожалению, да. Я всегда мечтала о братике или сестренке. Вот, и но... поэтому у тебя своих? Двое. Двое. Своих двое, у меня уже внук есть. Внук? Да. Ты молодая бабушка? Да, ему будет 3 года в октябре. Подожди, прогадим городок немножко. У тебя остались друзья там, вот с детства, которые, друзья детства такие бывают? Вот прям друзья-друзья, к сожалению, нет. Вот, там моя совсем прям подруга с раннего детства, она ушла некоторое время назад, но она и жила в Академгородке. А вот ушла, так, в смысле, чтобы... ее теперь нет больше совсем? Да, да, онкология. Вот. А большинство моих одноклассников, там всех, с кем я училась в школе, с кем мы дружили, все в основном разъехались. Немногие остались в Академгородке. Вот прямо из друзей-друзей. Знакомых, конечно, огромное количество. Мама у тебя чем занималась? Мама художник-керамист была тоже. А вот у тебя руки, руками лежишь что-нибудь делать? Нет, они у меня не с того места. Абсолютно. Но зато у тебя язык из того места. Ой, как это сказать-то, подвешенный. Ну, слушай, вот ты иногда говорил, кажется, это ваш был девиз, новости наша профессия. Да. Или там... Ну, это не только наша, это, собственно, и на НТВ был когда-то такой девиз. А, ну да, и там мы за честные новости. Да, много было. Слушай, вариантов. А разве могут быть новости какими-нибудь, кроме как честными? Ну, посмотри «Россию», «Один», «НТВ», «Первый канал». Да, собственно, любой... Они это называют новостями? Да, конечно. Может да. быть, это просто не новости? Ну, по мне, так это даже нельзя в эфир и в камеру говорить, что это, но... Хорошо, тогда мы сможем... Вот ты журналистике училась? Ты кем ты себя называешь? Журналист или ты журналист, кто? Журналист. Журналист Мария Лондон? Да. Теперь еще и кандидат Мария Лондон? Да. Ну, про кандидатство мы поговорим, но интереснее про Марию. А, чему и где ты училась? Где тебе понравилось? Ой, что чему это дало тебе? Где я только не училась, это, знаешь, я уже забыла все места, где я училась, но поскольку... Да ладно. Да, да. Нет, я мечтаю, я поступала в Москве, но обычная, знаешь, вся эта история, все театральные до кучи. Вот, где-то даже я прошла второй тур, приехала в Новосибирск, чтобы подготовиться на следующий год, но вышла замуж. Как вот вышла. Так, ты так сказала, но? То есть это было неожиданно? Нет, это было не то чтобы очень неожиданно, вот, ну как-то, знаешь, как-то, в общем, с планы не срослись. Планы с московскими вузами и планы в личной жизни, в общем. То есть ты... Не бились никак, да, да, я предпочла любовь, и в связи с чем... Отправилась в колледж культуры и искусств, да, тогда он назывался областное училище культуры, и поступила, это громко сказано, туда было несложно поступить. Первый год, по-моему, первый набор театральная режиссура. Вот. Ты хотела заниматься театром? Да, конечно, конечно, очень хотела. Слушай, на телевидении тоже ведь театр? Так вот именно, нет, дело в том, что, понимаешь, как бы журналисты, по-моему, мечтали, там, я не знаю, каждый третий, по крайней мере, в Академгородке. Но все понимали, тогда журналистика была только в Москве и в Екатеринбурге. И, по-моему, еще было в Владивостоке, да? Больше нигде не было. Поэтому, если не было возможности вот так вот плотненько уехать, то, в общем, мы тогда не представляли, что можно стать журналистом, не имея специального образования. Но я тебе скажу, что позже... Но ты режиссер? Я по образованию? Да, да. После этого я поучилась немножко в пединституте на пиаре, но поскольку я очень быстро поняла, что меня принимают экзамены и учат меня люди, которые разбираются в этом меньше, чем я, а я на тот момент уже была, по-моему, уже побывала шеф-редактором «Вестей» на ГТРК, ну, не говоря о том, что много лет была главным редактором новостей на НТН, ну, в общем... Понятно. Их учить у тебя времени не было? Абсолютно, да. С какого возраста ты на телевидении? Ой... Так, сейчас я скажу. 92-й, с 24 лет. С 24-х? С 92-го? Да. А как попал на телевидение? Как угораздило? Это был такой план или это было случайность? Нет, не было никакого плана. Абсолютная случайность. Увидел объявление, бегущую строчку по телевизору и поехала. И все. Ну, ты уже была к тому времени мама? Да. Да, конечно. Сколько было? Это сын у тебя старше или дочь? Дочь, да. Ей было 2 с небольшим. А, дочка подняла на ноги и пошла на телевидение. Да.
И в какой роли ты сначала была? Корреспондента. Меня взяли сначала на испытательный срок, само собой. Потом уже меня взяли штатным журналистом. Потом... И появилось такое симпатичное лицо — Мария Чащина. Да, тогда. Да, сначала Чащина. Да. И привлекла внимание вот не только внешностью, так я понимаю. Не знаю. Не знаю. Слушай, а вот ты пошла на телевидение, имела какие-то представления? Насколько они изменились, вот когда они столкнулись? Твои мечты быть журналистом и реальная журналистика? Ты знаешь, я уже не помню. Я, конечно, извиняюсь, но прошло почти 30 лет, и я уже не помню все это в подробностях. Но ты понимаешь, у нас же было как бы совсем другое телевидение. Сейчас, извини, пожалуйста. Будьте любезны, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я блогер, снимаю. Вот. Маленький вопрос. Вы знаете, кто такая Мария Лондон? Нет. Не хотите говорить? И знать не хотим. Да. И знать не хотим. Вот бывают такие люди. Да, молодых людей спросим. Здравствуйте, можно вас спросить? А вы на выборы ходите? Мы несовершеннолетние. Мы несовершеннолетние. Надо же. Ну, слушай, как же с людьми-то говорить? Тяжелый округ. Тяжелый тебе округ. Здравствуйте, извините, пожалуйста, можно вас спросить? Вы знаете, кто такая... Ну, вот. Здравствуйте, можно вас спросить? Вы знаете, кто такая Мария Лондон? Журналист. Журналист. А вот, смотрите, вот стоит Мария Лондон, она собирается стать кандидатом в депутаты. Можете вы ей сказать, вы здесь живете? Может, вы можете... Нет, мы не здесь живем. Ну хорошо, а чем должен заниматься депутат, как вы думаете? Ну ладно, ну хотя бы мы нашли человека, кто знает Марию Лондон. Хорошо. Не спрашивай больше никого. Не будем больше. Мы наконец... Ну, убедились, что все-таки известность есть. Ну, а люди говорить, тем более на политические темы, не очень хотят. А так, вернемся к твоей биографии. Дочка сейчас где? Где? Здесь, в Новосибирске. Ну, это, знаешь, у знаменитых людей, у богатых людей порой дети далеко где-нибудь бывают. Нет, моя дочь и училась здесь, в Новосибирске, и высшее образование получала в Новосибирске, и сейчас живет в Новосибирске. И чем она занимается? Ну, пока она мама, в основном, вот, но пытается потихонечку как-то собственный бизнес какой-то организовать. Не очень это пока получается. Ну, как бы он мелкий, а вот из-за всех этих пандемических историй, в общем, так, немножечко в упадке все это. Кем она тебя порадовала? Она меня порадовала Максимом Михайловичем. Максимом Михайловичем? Да. Сколько сейчас Михайловичу? Будет 3 в октябре. Ну, это же Михайлович. Абсолютно Михайлович. С ним же можно спокойно. Нет, он вообще долгое время был Михайловичем, потому что никак не могли договориться, как его будут звать. Поэтому он был Михайлович. Вот. И он, ну, он же взрослый, с ним поговорить можно, абсолютно, да? Абсолютно, да, да. Пообщаться. Тебе много, у тебя все, как сформулировать-то? Вот у меня внук далеко уехал, я с ним мало общаюсь. А ты много с внуком времени проводишь? Не очень, к сожалению. Вот сейчас не очень. До того, как началась вся эта пандемия, коронавирус, как-то было почаще. Сейчас, к сожалению, пореже. Понятно. Ты работала на телевидении. И с Чащиной стала Лондон. Да. Такое бывает. Да, такое бывает. Вы знаете, буквально вчера был День памяти Якова Лондона. Ты хочешь, мы можем о нем поговорить? Да, конечно, конечно. Вот кто-то, почему вдруг Лондон? Ты имеешь в виду, в каком смысле? Ну, ты стала Лондон, это вот... Взяла и сменила фамилию. Я имею в виду, ты же не фамилию сменила, ты жизнь поменяла. Да, я жизнь поменяла. Вышла второй раз замуж. Да. Что это было? Это... Ну, ты понимаешь, как бы тут просто все вместе увязалось, да? И личные отношения, и профессиональные. В общем, когда стало понятно, что разъехаться по вечерам, делая новости, мы не можем, ну, собственно, так и стало Лондон. Решили сэкономить. Да. Чтобы не разъезжаться. Каким он был парнем? Нет, ну он удивительный абсолютно был человек, да, очень сильный, фантастически сильный, очень креативный, с очень жесткими принципами. То есть он такой негнущийся был. То есть мужчина, который мог женщину завоевать? Да, конечно. Он тебя завоевывал или ты его соблазнял? Давай мы узнаем. Нет, он тебя завоевывал или ты его соблазняла? Нет, мне не пришлось абсолютно. Более того, там достаточно долго я всячески укрывалась. Так что это было целиком его заслуга. Ну, он, правда, говорит всем, что, конечно, это я говорил. Да.
И у вас родился сын. Да. Где он, чем занимается? Кто он? Он Михаил Яковлевич, Лондон. Сейчас он пытается тоже каким-то бизнесом заняться своим в Москве. Вот, но, в общем, здесь, правда, бывает чаще, чем в Москве. Вот он буквально позавчера был, прилетал на сутки. Слушай, вот расскажи мне, пожалуйста, раз мы так заговорили о мужчинах. Что тебе не нравится в мужчинах? Ой, ну, первое – это глупость, жадность, ну, полный набор. Слушай, я так подумал, интересно, если сказать глупость женщин, про женщин, вряд ли кто-нибудь станет представлять это на первый недостаток. Ну, мне кажется, это самое страшное, что может быть, это глупый мужчина. Но еще страшнее глупый, жадный мужчина. А еще? Еще страшнее, чем глупый и жадный. Глупый, жадный, трусливый. И активный. А вот когда глупый, жадный и активный. А глупый, жадный, трусливый. Тут, да, тут, слушай, тут, о боже, сколько вариантов. Я никогда про это не думала. А, ты все больше смотришь напрямую. А что для мужчины важно? Вот, чем тебя мужчина может приятно удивить? Чувством юмора. Блин, сразу знаешь, когда надо пошутить, ни одна шутка на ум не приходит. Чувство юмора. Да. Ну, это, по крайней мере, важно. Признак ума. Да, как минимум. Еще? Ну, какими-то неординарными поступками. Вот Яша это умел запросто. У него это все было запросто. Причем это, когда это, понимаешь, не вымученная история, а когда вот, как бы, ну, человек так по жизни идет. А есть женщины, которые тебе нравятся? Ну, я имею в виду, вот чем тебе, может, женщина понравится? Очень многим. Но опять же, понимаешь, мозги и чувство юмора на первом месте, наверное. Ну, я вообще, мне очень нравится смотреть на красивых женщин. У меня не появляется там злобной черной зависти, да, я смотрю и думаю, боже мой, какая красивая. В этом мы с тобой совпадаем, я не знаю, будем долго делать интервью. Да. Здравствуйте, извините, можем вас спросить? Вы знаете, кто такая Мария Лондон? Да, знаю. Вот Мария Лондон, она хочет стать кандидатом вот здесь, если вы здесь живете. А я к ней не очень хорошо отношусь. О, бывает, это да. Очень интересно, почему? Она к Сталину относится неоднозначно. Ой, хороший вопрос. Просто у меня и дедушки, и бабушки все репрессированы. Мне сложно к нему относиться хорошо. Я понимаю вас. Но у меня тоже вот половина родни была за красных, половина за белых. Но есть правда, а есть ложь. Но... Человек, при котором население росло, и которая в кратчайшие сроки восстановила потерю в Великой Отечественной войне. И что сейчас происходит? Вы знаете сейчас, сколько численность населения России? Да никто не знает. Закрытые данные. Вы правы. А еще чем не нравится Мария Лондон? А так, в принципе, мне ее критика приятна. Она по делу очень часто и много говорит. Я с удовольствием вас слушаю. Спасибо. А вот она себе, если она станет депутатом, я сейчас ни за что не агитирую, но вот, или вообще просто депутату, на что бы вы попросили обратить внимание, если вы, ну, тем более, если вы здесь живете? На честность. Честность? Да, чтобы слова соответствовали делу, не расходились. А проблема номер один вот здесь, вот в этом месте, на что обратить внимание? Новосибирске? Новосибирске, в Зайцевском районе. Знаете, я немножко другими вопросами занимаюсь, более глобальными. Честности достаточно, да? Честности достаточно. Ну, наверное, порядочность. Порядочность. Я тебе сказал, когда все будут работать честно, тогда все и будет. Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Слушай, какие у нас бывают люди откровенные. Берут и так в глаза и говорят. Ну, хорошо. А? Нехорошо. А вот расскажи вот эту, я же не спросил про давних предков. Ты говоришь, люди попали под репрессии. Да. Это и по маминой, и по папиной линии? Да, конечно. С обеих сторон, причем там, ну, перестреляли благополучно почти всех. Да, дедушка мой, они с Украины приехали сюда. Он был директором завода вагоноремонтного, который... Господи, боже мой. На Первомайском районе, да? Да, да, да. И жили в Первомайском районе. И он всегда ходил с одним патроном. Всегда. Он всегда был готов к тому, что его заберут, потому что... Для себя забрали. Патрон? Да, да. Надо же. Да. При том, что он был директором. Это дедушка, который Ленин? Папин, да. Угу. Папин папа. И в результате он ушел на фронт и подорвал себя на «Катюше», когда они на Украине попали в окружение. Понятно. То есть он был человек принципов. Да. Ну, ясно. То есть для тебя история это прошла через семью, и ты вообще из интеллигенции. Ну, получается. Получается так. Получается так, да. Что такое вот интеллигентный? Что должен сделать человек, который может быть в очках, там, например, как я, чтобы ты перестал полагать его интеллигентным человеком, считать интеллигентным человеком? Чтобы перестало?
Ну да, вот. Ну, там, умный, начитанный, я не знаю, образованный, вежливый. А вот какая черта вычеркивает человека из списка интеллигентов для тебя? Ну, хамство, в первую очередь, естественно. Вот, а можешь привести, тогда почему же ты идешь в депутаты? Это связано как-то с твоим отношением к мужчинам, к женщинам, к интеллигентам? Нет, абсолютно, нет, нет. Это твоя первая попытка? Нет, вторая. Первая была в 2000-м. Неудачная? Неудачная. Тогда товарищ Сулейманов, что-то там порядка сотни голосов. Значит. А, припоминаю, да. Да, 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 да. Ну ладно, за одного битого двух небитых дают. Так зачем ты идешь? Хочешь, зачем стать депутатом? Тимур, так ну надоело просто, да, смотреть на то, что происходит в городе. Ну просто надоело на точную застройку, вот на весь этот бардак, да, когда огромное количество вообще территории раздается противозаконно, когда в городе грязь, пыль, дыры, ямы. Когда, если бы наш депутат, наш городской совет не проголосовал в свое время за поднятие тарифов, значит, не было бы той войны, которая была в городе, всех этих акций протеста. Они поддержали, они могли этого не сделать, и все. Да, причем почти все депутаты, да, так сделали. Да. Коммунисты, Единая Россия. Что бы они теперь ни говорили. Мне просто поражает, да, вас кто просил это? Вас, ваш электорат, ваши избиратели попросили поднять тарифы. Вы здесь зачем сидите? Вы что, слуги народа, вы исполняете наказы, а вы вдруг повышаете тариф. Как такое может быть? Ну а что, ну вот как журналиста тебе не хватало ресурсов, чтобы... Абсолютно. Нет, журналист, знаешь, это какое-то время назад, там еще, не знаю, может быть, лет 10 назад, вышедшая статья, да, или интервью могло что-то изменить. Сейчас уже нет, чихали они с высокой башни. Знаешь, все журналисты, я не знаю, там в курсе ты, наверное, тоже посылаешь запросы, нет? Ну я не журналист, но пробовал, да. Да, ну это бесполезная история. Там то же самое запросы по... ковиду, да, в Министерство здравоохранения, когда каждый раз мы уже знаем 100%, там, что в какой-то больнице произошла вспышка. И что отвечает нам Минздрав? Информация не соответствует действительности. При том, что все знают. Но... Да, вы знаете, я вот в последние дни обратил внимание тоже на якобы, вернее, на вспышку по статистике смертности, но запрос уже не буду делать в правительство, потому что мне оттуда ответили глупейшая отписка, типа, идите, поищите в интернете ответ. Ну вот и все. Вот. Знаешь, раньше они бы напугались. А о чем бы ты спросила сейчас, например, мэра или губернатора? Можешь задать прямо в этот, на экран, в камеру. Я бы спросила, не стыдно ли им? Ну нет, ты скажешь, не стыдно. Я честно скажет, делаю свое дело. Пусть скажут, что им не стыдно, да? Локоть шел, мы же все уже 150 раз показали, да, где локоть стоит на дороге, помнишь, во время предвыборной кампании, и кричит, что вот эти все ямы, вот это все безобразие, это явно деньги попилили. Так сейчас все еще хуже стало, да, товарищ, ты пришел и все испортил окончательно. Как такое может быть? Да, туда пришли журналисты. То есть локоть как мэр тебя не устраивает? Нет, конечно, абсолютно. Грязь, вонь, пыль, точечная застройка, все то, против чего, понимаешь, он призывал в свое время, когда шел на избирательную кампанию на первую мэрскую, да, все то, что он критиковал, именно ровно всем этим он и занимается. Давай молодых людей спросим. Да только не про меня. Ладно, хорошо. Здравствуйте, извините, можно вас спросить? Да. А вы на выборы ходите? Ну, собираемся. Собираетесь? Я собираюсь, не знаю насчет моего друга. Вы здесь живете где-то? Я здесь живу. Скажите, вот если бы вы могли задать дать поручение или наказ кандидату в депутаты, то о чем бы сказали? Ох, да даже не знаю. Даже не знаю, чтобы не было как с монстрацией в недавнем году. Чтобы не было как с Тангейзером, чтобы не было как с монстрацией, когда локоть выступил немного не на той стороне. И в целом, чтобы лучше работали в плане инфраструктуры, потому что метро, которое откладывается очень долгое время, и вот это абсолютно, лично для меня, я не знаю, то есть, кажется, абсолютно бесполезное спортивное, которое строится недалеко. Ну, как далеко? Недалеко, на этом, между речным. Короче говоря, не знаю. Нужно развивать просто инфраструктуру, чтобы было удобнее перемещаться по городу, а не так, как сейчас, абсолютно бесполезно. Кстати, вот стоит кандидат депутаты. Очень приятно. Мы сейчас с ней это обсудим. Спасибо за то, что вы предложили. Это очень интересно. Будем обсуждать. Спасибо. Смотри, вот видишь, молодые люди смотрят трезво и очень... Вот эти темы, как раз о которых ты говоришь, в том числе инфраструктура, действительно, надо ли тратить деньги на вот этот красивый, дорогой, одноразовый стадион? Угу. Это вообще безобразие. Я уже не говорю про то, что там никчемная станция получается. Ну, она будет удобна, но деньги, наверное, можно было бы потратить для других. Да, конечно. Она не будет лишней, так же, как у нас же не лишний Бугринский мост.
Ну, сколько денег ушло? Да, да. Может быть, эти деньги можно было сейчас потратить. Сейчас они еще забубенят четвертый мост. Эффективно. С огромными деньгами, на которые они могли бы школы построить, привести город в порядок. Ну, вот представь себе, что ты, ну, скажем, у депутатов не очень много полномочий. Ну, вот если бы директором был я, была такая рубрика когда-то, вот если бы начальником была ты, вот за что бы ты в городе взялась прежде всего? Как, ой, что решать и как? Да ты понимаешь, тут за что, куда вот ни ткни, за все хвататься. Вот да. Именно, за всеми зайцами не угонишься. Ну, дороги, ну, господи, это получается программа. Дороги, транспорт, пыль, ну, да, благоустройство. Первая проблема, которая больше всего, вот первое, что на ум приходит, или самое тревожное, что первостепенное, что надо решать? Самое тревожное, к сожалению, не в видении города, да, это здравоохранение. Но, к сожалению, оно выведено из муниципалитета, да, у нас занимается этим исключительно правительство. А по идее, это самое первое и самое страшное, что происходит. Твое первое внимание было бы на вот эти... На... Ну, смотри, каким начальником бы я была. Ну, достаточно, достаточно. Ну, я думаю, что это самое первое. И что там прежде всего? Доступность первичного звена медицины. Это же невозможно, то, что творится в поликлиниках, то, что скорая не приезжает к пожилым людям в гипертонии. Это просто не считается, понимаешь? Они просто не едут. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Угу. Когда у человека давление 220 и признаки инсульта, они обещают в течение дня прислать терапевта из поликлиники. Ну и, в общем, видимо, я не знаю, как Жванецкий говорил, да, уменьшить нагрузку на почву, не платить пенсии, может, ребятам хочется. Ну, вот наше время ковидное, тем более медицина вся отвлеклась на этих... Нет, сейчас-то это абсолютно беспредел, да, отменяются операции плановые в огромных количествах. Люди не могут попасть к врачу. У меня была история, когда у меня папа с острым болевым синдромом, мы не могли вообще никакого врача найти. Знаешь, мы просто чудом оказались через двое суток все-таки в больнице, в платной, в Академгородке, но и через два дня нас оттуда выкинули из-за этого же ковида. Слушай, вот жилые, больные люди у нас просто никому не нужны. Я был депутатом и знаю, что эта работа очень много связана именно вот с заботами конкретных людей. Вот тебе как журналисту бывает, что обращаются с какими-то проблемами? Очень много. Сейчас немножечко поменьше стало, а раньше было просто огромное количество. Наверное, не все эти проблемы удавалось решить, тем более средствами журналиста. Нет, когда мне там пенсионерка жаловалась, что у нее зять дверь снял, не просил, чтобы я ее вернула, а тут у меня не получилось. Не, ну чудики-то это ладно, но вот бывают вопросы, которые как бы и компетенции власти, или там в нашей, они их можно решить, но они не решаются. Да ну... Вот что может депутат? Если к нему приходят и говорят, там, я не знаю, вот надо решить квартирный вопрос, например. Или тот же вопрос здравоохранения. Вот ты депутат. Да. Человек пришел со своей проблемой. Это ведь надо решать. Ну, естественно, надо. Значит, будем пытаться решать. Вопрос в том, как получится. Да, бывает часто, что депутаты наши же звонили нам в новости, к нам в редакцию, и просили помочь. Депутаты? Депутаты, да. Таких историй много. А, то есть у тебя получится совмещение, как бы совмещение, да. Помнишь, называли да. Пресса, четвертая власть. Да. Ну, хотя она, по-моему, уже давно никакая не власть. Нет, здесь ты понимаешь, как бы в чем наша сила, как мне кажется. Именно в том, что любая информация, которая сейчас скрыта от общественности, как они там, собственно, делят, я не знаю, деньги, земли, как они лоббируют, собственно, интересы, с того момента, как там появятся нормальные журналисты, эта тема перестанет быть закрытой. И, может быть, им будет немножечко стыдно остальным прошедшим депутатам, например, от «Единой России», да, застройщикам, хозяевам торговых центров, управляющих компаний и так далее, да, может, они немножечко постерегутся когда-нибудь, значит, сегодня вечером вся эта информация будет выложена уже. Где сейчас можно увидеть тебя на экране? О, ну, только в Ютубе. Пока только в Ютубе. У тебя есть свой канал или еще что-то? Ну, это канал НТН-24. Там еще можно увидеть. Ну, и теперь еще у Тимура Ханова. Да, и у Тимура Ханова. С большим удовольствием. Насколько ты... Смотри. Что ты? У кого-то праздник? Да, вот в этих кустах у кого-то праздник. Давай вернемся к Марии Лондон. Что тебя радует в жизни? Что для тебя сегодня праздник? Если... Чем тебя можно порадовать? Ой, меня маленькие радует... радости как... в да. женщины, как бы это правильно сказать, замечательного возраста. Очень серьезные радости, когда папа утром нет давления, например. Это вы серьезный вместе повод. Живете, да? Да, мы живем вместе. Это серьезный повод для радости. Да, когда не болеют дети и внуки. Ну, смешные, нормальные, маленькие женские. Ладно, радости. Хорошо. Я тогда по-другому немножко спрошу.
У тебя же бывает свободное время? Ну да, немножко. Ну даже иногда. Или вот там урвать удается. Mm-hmm. На что ты его тратишь? На друзей, друзей. На собаку. О, у тебя есть собака? Да, и у меня недавно было две собаки, да. Давно собачница? Да, всю жизнь. Всю жизнь? У меня всю жизнь собаки. Почему собаки? Я не знаю, я собачница. Взаимоотношения с кошкой у меня как-то не складываются. Может, все кошки были не те. Мне очень нравятся мейн-куны, может, когда-нибудь я себе такого здорового. Ты знаешь, я бы сказал, что не всегда кошки уживаются друг с другом. Ну, да. Ну, кстати, может быть так. Может быть и так. А собаки это... Слушай, а вот то, что собаки говорят верные друзья. Или что для тебя, вот для что собака для тебя привлекает? Знаешь, я никогда не думал, что меня в них привлекает. Я их люблю и все. То есть, чтобы иметь с тобой хорошие отношения, достаточно, чтобы ты любила и все? Ну да, конечно. Ну они честные, они не хитрые. Нет, хотя я вру, конечно, господи, чушь какая. У меня вот собака, одна собака у меня старенькая умерла в январе, а мелкий, ему сейчас 5 лет остался. Очень хитрый парень, да. Вот я тут согрешила хитрость. Хитрость, манипулятор, да, есть. Но тем не менее, ты понимаешь, кошка, она сама по себе. А этот парень, конечно, подойдет, да? Голову положит, да, и все, я куплена. То есть Марию Лондону говорить можно? Например? Ну, только собакам. Собакам? Только собакам. Слушай, а тебе... И детям. А тебя пробовали покупать? Расскажи что-нибудь такое. Ой, ты знаешь, пробовали. Ну, я имел в виду... Уже не так, уже можно сказать, не в этой жизни, да? Это было там в начале 2000-х, там, в конце 90-х. Но потом все поняли, что это номер бесполезный, и как-то прекратили этим заниматься. То есть у них столько денег нет? Ну... Но, по крайней мере, больше заходов не было. Ко мне лично, во всяком случае. А вот ты зарабатываешь журналистикой? Да, только. Хватает? Хотелось бы побольше. А еще какие-то есть доходы? Нет, нет, только работа. А какие еще могут быть доходы? Ты имеешь в виду, что какой-то свой мелкий бизнес? Ну, не знаю, бизнес, там, капитал. Нет, 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 нет. Или там родственники помогают, или... Нет, ну у меня есть двое детей, которые уже, в общем, сами, понимаешь, зарабатывают деньги. В общем, то, что я никогда не останусь голодной и холодной, 100%. Слушай, какая польза бывает от детей? Вот я сейчас похвастаюсь. Не играет, нет. Ребята, не только у Марии Лондон есть дети, дети есть еще у Ханова Тимура. Смотрите, вот видите, у меня написано, я из Сибири, с города Сибири. Дети прислали. Это мне сын отдал. Есть замечательно, заводите детей, это очень полезно. Сначала вы им покупаете игрушки. Потом... И вещи, а потом они вам лекарства. Ну, я так понял, что у тебя с детьми все хорошо, хорошие отношения. Ничего. Да у меня совершенно замечательные дети. Причем вот не в смысле, что я похвасталась, да, а у меня очень умная, мудрая дочь, которая меня балует систематически. Там, я извиняюсь, конечно, своими маникюрами, я обязана исключительно ей, потому что я бы сама не собралась. Она делает просто, она мне звонит, говорит, так, во столько-то. Я говорю, Алена, я не могу. Ну что? Ну, я говорю, Алена, я не могу. Она говорит, значит так, я заплатила, твое дело, не хочешь, не иди. Все вот так вот со мной, коротко и ясно. А, она умеет разговаривать с мамой? Да, да, да. Наверное, она единственная, кто умеет с ней разговаривать. А сын, я сдаю сразу все позиции. Тут я все позиции сдаю. Слушай, ты мне так сегодня много раз рассказал о том, что собаке стоит положить голову, перед сыном ты сдаешь все свои позиции. Но на экране ведь образ совсем... Не такой уж мягкой женщины и... Так, ну я, наверное, не такая уж мягкая женщина, если дело не касается, да, там, моих детей, моих собак. А, то есть... С ними... Я хотел спросить, извини, вот на экране это некий образ придуманный, или это и есть Мария Лондон? Нет, это, так, ну, как бы есть работа, есть семья, да, и, в общем, наверное, это нормально, что я на работе один человек, в семье другой. Кто тебе пишет тексты? С ума сошел. Я такой вопрос просто дурею. Ни разу в жизни мне ни одного текста не написали. Бывает, что я другим пишу текст. Мне ни разу никто текст не написал. А бывали такие вещи, когда ты работала на заказ, ну, не потому что заплатили, ну, не только потому что заплатили, но работа нормальная, но надо ее сделать, потому что заплатили деньги. Меня, во-первых, Бог миловал, да, во-вторых, видимо, благодаря Яше. Как бы никогда в жизни мне не сказали там, напиши текст, я не знаю, сделай сюжет, что-то еще, как бы он меня в этом отношении очень берег. А, то есть Бог,
от этого искушения или от такой нужды тебе не было такого, такой дилеммы, да, чтобы вот прям... Нет, ну а потом, это же опять же надо знать меня, в общем, я Якову Рымовичу Лондону 13 раз заявление об увольнении писала, да. Ну-ка поподробнее, ты писала 13 раз заявление, да. А с чем это было связано, с личными отношениями? Почему с личными, с рабочими исключительно? Ну, например... Да, ну я уже сейчас и не вспомню в подробностях. Ну, разные бывают, но неправильно косо посмотрел или там обругался матом. Да, ну нет, зачем? Просто когда мы не могли найти согласие там по какому-то вопросу, конкретному, рабочему, естественно. Или когда Яков Рыбинович мне говорил, так, этот сюжет чушь полная, убирай его. А я понимала, что это не сюжет чушь полная, а какая-нибудь другая причина. И тут начиналось... Коса на камень, да? Да, да. Вплоть до увольнения? Да. И кто выигрывал в конце концов? Ну, я, конечно. Ну, в смысле, мое заявление рвали, и, в общем, все получалось так, как мне хотелось. А, то есть слава банка не проигрывала? Да. А все любишь азартные игры? Какие-нибудь карты, я не знаю, там, скачки? Наверное, люблю, я так подозреваю. Просто я не позволяю себе никогда никоим образом этим заниматься, потому что, знаешь, я человек азартный. Азартный? Ну, я подозреваю, что я азартный. А, подозреваешь? Да. Поэтому бережешься от этого риска? Да. А вот, скажем, погонять на машине, на мотоцикле... Вот что некоторые девушки очень любят, скажут, или мечтают. Нет, погонять на машине, да, я люблю. У меня были всякие разные истории. С этим связаны мотоциклы, нет. А на машине что, истории скорость превышала или, ну, куда, конечно, или попадала, да, в неприятности? Нет, скорость превышала. Ну, это такой грех довольно распространенный. Да. Как же вы так, Мария Эдуардовна? Ну, это было раньше. С такими словами тебя не останавливали? Да, конечно, останавливали. Узнавали? Да. И как реагировали? Помогала популярность? Ну, пару раз. Ну, все-таки, да. Хоть жерсть стекло. Пару раз, да. Слушай, давай сейчас попробуем еще раз популярность. Или нет, ужасно неудобно. Ладно, давай просто послушаем людей по политику. Потому что мне все-таки интересно. Видишь, люди подают как раз темы, которые являются для них острыми. Там, ну, кто-то, да, сказал про школу, кто-то сказал про транспорт, про метро, например. Угу. У нас мы настолько отвыкли от того, что в городе на самом деле надо строить метро, что люди даже об этом и не вспоминают. Угу. И мы рады, некоторые там рады, а власти с радостью докладывают, что мы достроим одну станцию раз за 20 лет. И сколько лет уже они докладывают? Сейчас я еще поспаю, найду кого спросить. Извините, пожалуйста, здравствуйте, вы здесь живете? Да. А, вот скоро будут выборы. Как вы думаете, чем должен заниматься депутат? Снимайте меня. Не хотите? Человек не хочет. Не всем нравится. А ты, когда первый раз на тебя камеру направили, испугалась? Ну, не очень приятное ощущение. А теперь? Да тоже не очень приятное ощущение. Вот как? Я тут стараюсь улыбаюсь за дальней стороны, создаю тебе настроение. Нет, если бы ты меня там метрах с 10 снимал, мне бы это больше понравилось. Нет, ты знаешь, мне нравится рассматривать... Вот я все-таки не удержусь от комплимента. Мне нравится рассматривать твои глаза, и я хочу этим поделиться со зрителями. Это не нам? Нет, наверное. Можно вас спросить? А вы можете подъехать? Вы здесь живете? Мы нет. Ну, тут рядом. Рядом, вон там, да? Нет, на той стороне. А, на той стороне. Ну, все, вот здесь, в Залицовском районе, какие проблемы? Вот если бы вы увидели депутата или мэра, что бы вы ему сказали? Ну, первое, дороги очень такое себе. Дороги плохие? Да. Негде даже... Слышно, да? Даже пешеходных переходов где-то вообще нет. Не то, что пешеходных переходов, даже самих тротуаров нету. То есть мы велосипедисты, мы не везде можем по дорогам ездить, общественного пользования в плане, ну... То есть для вас важно, чтобы дороги? Ну, да, хотя бы пешеходные, ну, элементарные для людей дороги, где люди ходят. Понятно, спасибо. Угу. Сейчас посмотрим. Здравствуйте, извините, вы здесь живете? Да, я очень коротко. Вот очень. Если бы кандидату в депутаты, вы бы какое поручение дали? Очень одно простое, важное самое. Навести порядок с тротуарами для пешеходов. Их никто не учитывает никогда. Понятно, их ясно, спасибо. Здравствуйте, вы здесь живете? Здравствуйте. Меня Тимур зовут, я вот тут снимаю. Скоро будут выборы. Какое поручение вы дали бы депутату? Оставить вот эту зеленую зону вдоль Ильцовки-2. Да, это самое важное. Спасибо. Это самое важное? Может быть, в Ильцовском районе, да. Пока понятно. Да. Оставить эту парковую зону. Вот мы как раз сейчас с тобой здесь около этой парковой зоны, да. То как бы, почему мы здесь стоим с тобой? Хотя мне вот, я с тобой готов поговорить. Давай, так, ну по правилам жанра-то я не должен менять позицию. Да. У меня в кадре должно быть с одной стороны. Тут есть некоторые операторские правила. Почему мы с тобой здесь? Ну, потому что самая болезненная проблема Ильцовского района, 8-го округа в том числе, да, это вот эта вот самая речка Ильцовка-1. То есть все то, что вокруг меня происходит последние несколько лет, ну, считай, если вот еще уйти в ту сторону, да, за Royal Park,
то там обещали людям сквер, в результате там сейчас будут строить 24, что ли, этажку, да. Дальше сейчас вот здесь, вот ты снимал в прошлый раз, где уже там забивают сваи, берут пробы. Нет, еще не забивают. Ну, собираются забивать. В общем, мы все примерно знаем, кто это делает. Место парка, которое люди много лет ждали, там будет многоэтажный дом. Но пока еще неизвестно, потому что смотри. Да будет, будет. Будет, думаешь, будет? Ты сомневаешься? У нас вот можно посмотреть вокруг, тут раньше этих домов не было. Вот. Причем, да, смотри, все же просто. Я читала исследования, в 17-м году еще были сделаны, что вдоль Ельцовки живет в пределах 500 метров 35 тысяч человек, в пределах километра 70 тысяч человек. И этим людям всем некуда совершенно пойти. Да, вот здесь сейчас вот хоть какая-то зелень, я понимаю, что это бардак надо сносить, и надо делать нормальный, пойдем, чтобы надо сделать нормальный показать, зеленый парк, да, ну вот как вот что еще можно? За то, чтобы был парк. Да, безусловно. Ты представляешь, какая это будет благодать? Это же и людям, и собакам, я извиняюсь. Конечно, тут дальше идет, там 7 школ вокруг, и детям просто некуда выйти, детям негде ни на велосипедах, ни на самокатах, да, пенсионерам выйти гулять некуда. Некоторые говорят, что здесь надо дорогу проложить, вот я тут снимал весной. Да, некоторые говорят, но это еще один бред, ты представляешь, что будет с людьми здесь? Которая, если здесь будет идти дорога, она будет идти, получается, да, вот от Красного проспекта до Ипподромской. Да, это будет еще одна дублирующая дорога Кропоткина. Городу не хватает дорог, это факт. Ну, так надо думать, как это делать, а не забирать последние зеленые зоны. У тебя есть решение, вот, скажем, транспортных проблем и зеленых проблем? Там очень много вариантов, понимаешь, как бы, да, во всем мире же машин становится все больше, во всем мире есть проблема дорог, люди их решают. А у нас вот этот бред, давайте закатаем речку, да, снесем последнюю зеленую зону, сделаем здесь еще одну дорогу, которая будет вонять, пылить. Я спросил, у тебя есть решение? Свои, вот, чем, нет, какие ты предложишь? Нет, смотри, все же очень просто, да, почему, например, мы идем вместе коалиции, потому что... Да, расскажи немножко. Потому что у нас экономисты, у нас есть юристы, да, у нас есть журналисты. Все эти вопросы надо решать сообща, потому что журналист не может просто в силу, понимаешь, отсутствия специального образования придумать, как решить проблему дорог. Мы да, это должно быть коллегиально. Покажи, пожалуйста, логотип, чтобы было понятно. Да. Вот. А, вот-вот. Пожалуйста. Это символ коалиции. Ты именно... не одна идешь, вас целая команда. У нас большая команда, именно потому, что да, точно так же, как, я не знаю, экономист не может досконально разобраться в проблемах там, с культурой в городе. Мы с тобой уже дошли, 45 минут урок закончился, дзынь, звонок прозвенел. Ты можешь сказать от себя, вот я спросил, зачем ты идешь, ты сейчас, вот у тебя есть 30 секунд, зрителям скажи сюда, избирателям сюда вот скажи, зачем ты идешь и что ты будешь делать. Единственная цель – сделать этот город лучше. Все. Наш город. Наш, конечно, наш. Чей же еще-то? Я в нем живу 52 года. Ну вот, самый главный вопрос спросили. Сама ответила. Ладно. Да. Пусть так и будет.